ждем того, Apal Travel. Поедем на Корок, на остров Рок. Вплываем. Рыбок смотрим. Ой, как герит красивый. Цапля. Корок. Один из архипелагов. Рыбки у нас. Конок. Или рок-нок. Птичий остров, птица. Птичий остров. Ну, почему птичий, непонятно. А вот тут будем обедать. Качай блок. Выезжаем. На Короке живут вараны. Вот такие. Это поменьше. Больше. Объедки. Им тут дают, они едят. А. Он какой язык, как у змеи раздвоенный. Хотя ящерицы. Что-то нашел, съел. Оп, еще что-то нашел. Другой берег, здесь лесочек, остров Курок. Здесь как бы лес. Лежат бревна и прочая грязь, вынесенная морем. И тут далеко, на кусты. То ли муравейник, то ли еще гнездо. Еще муравейник.
У них так будет хвост птичий. Шейник под такой интересной раковиной. Лапа красная у него. Очень много отшельников ползает. Целая стая. Вот такой. Вот они еще. Подо мной ползает. Даже вот в такой раковине красивый ошейник живет. Ну какой здоровый сегодня садится. Ветер. Семья живет. Это очень интересно. Это есть везде там. Автобусов и другого транспорта на паром Ско-Ланты. Вот. Пролив между Ско-Лантой и материком. Такие стоят заграждения, непонятно тут. То ли сеть на них, сеть, наверное, ставят, или верши рыбу ловят, когда прилив. Паром отъезжает, другой подъезжает. А нас кончилось место на том пароме. Стоим на бережку. Ждем следующего парома. Сейчас придем. Конечно, вот так ловят рыбу в Таиланде. Там поставлена сеть. И палкой загоняет. Почему-то в сторону берега. Значит, у берега больше рыбы. Загнали, а криво не мочи. Маленькая, нет рыбы. Не видно. Три человека. Наверху парома вперед смотрящий. Уже ланта новая. Приближаемся к материку.
пристани. Ангры. Успеем. Мангры сниму. Он на берегу мангры.